Госдума сегодня во втором основном чтении приняла законопроект о доплатах малоимущим пенсионерам сверхпрожиточного минимума. 1 января в России провели очередную индексацию пенсии, но многие этого не ощутили, поскольку повышение было засчитано вместо социальной доплаты. Новый документ должен исправить эту несправедливость. Разработана единая методика расчета. Сначала будут устанавливаться социальные надбавки, которые позволят довести пенсию до уровня прожиточного минимума в регионе, и только потом индексация. В третьем окончательном чтении законопроект планируют принять уже на этой неделе.